Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Мои дорогие, начинаю репортаж с кухни. Наварила вот такую кастрюляку борща огромную. Деткам очень понравилось. Сейчас готовлю вкусный ужин по новому рецепту. Это сухари, которые я сама сделала. То есть буханку хлеба сняла корочку и перекрутила в блендере. Здесь находится мука с крахмалом в разных пропорциях. Здесь яйца. Сейчас мы берем что с вами, мои дорогие? Я хочу попробовать поэкспериментировать это с печенью, а также с курицей. Вот печень у меня. И также хочу попробовать и с курицей. Но в первую очередь курица. И тут греется сковородка. Сейчас я наполню очень много масла. Вы знаете, когда я смотрела этот рецепт, женщина откусывала, и оно все хрустело. Вот этого результата я хочу добиться. Говорю мужу, как в Макдональдсе мы покупали когда-то ребрышки. Ой, блин, не могу никак достать. Вот у меня тут крылышки, бедрышки, филе есть, и будем пробовать. Я их замариновала заранее. Соль, перец, приправы какие-то турецкие обычные, и все. Приступаем. А вот и я, Светлана Ата. У нас такая жарища в доме. В Турции, в Мерсине, сейчас побольше маслица. Кстати, у меня здесь есть масло. Я картофель жарила. Мы используем и его. Смотрите, она какое чистенькое. Я один раз жарила картошечку. Используем его, не так ли? Погода у нас замечательная, но мы сегодня дома сидим, так как у Дэймушки моего ушко заболело. Мне кажется, мы когда ехали с больницы, полтора часа туда и обратно, его где-то надуло в автобусе. Так, мои дорогие, маслица еще добавлю. Оно же должно все хур-хур-хур делать, да? Ой, не знаю, что получится. Сейчас придется включить шумную нашу. У нас все хорошо, замечательно. Вот только Дэмушка. И у меня вчера, он, когда я его купала, он говорит: бабуля, не прикасайся к ушку. Я говорю: а что случилось? Он говорит: болит, плакал мальчик мой. Я ему положила, думаю, чем же помочь. Перекись залила, почистила на ушко вот тепленькую косыночку, нагрела на утюге, положила, дала ему таблетки обезболивающие, что было. А сегодня мы купили ему капли Атипакс, в Турции продается. И вот так вот сделала. Теперь смотрите, мне кажется, сковородка нагрелась, что мы делаем? Это очень интересное, что-то очень интересное будет. Начнем с крылышка. Руки у меня чистые. Мы сначала опускаем наше яйцо. Затем опускаем муку с крахмалом. Затем снова в яйцо. И в наши сухари, которые я приготовила сама. И затем вот эту вот массу опускаем в сковородку. Итак, остальное. Кто пришел? Я пришла тоже из бульвара. Вы представляете, мы начали вокруг этого... С кем ты ходила на бульвар, расскажи. С Кашкымом. Еще? И с другом его. Угу, дальше. Мы с работы пошли куда-то на дорогу. Мы не понимали, куда ходили. Дорогу шли. Такие куда? Капли купили для носа. Куда везет дорога? Куда шла дорога, так называется, туда мы шли. Потом увидели качели. Вспомнили, мы же на бульваре, возле бульвара. Ты покажи прическу, которую тебе сделала бабуля Ирме, которая в этом увидела. Тик-токе. Вот. Бабуля, можно ты вот это будешь нам давать? Ашкин купил бурду. Нет, давай это заберем. Заплатил его друг. Это как заплатил друг? Это бабуля с Ашкимом заплатили. Смотрите, что получается. Какая красота. Вы видите? Вы видите, какая красота? Какая бабуля умная. Сейчас будем кушать, и они будут так. Обожаю такое мясо.
Прикиньте, Ирма подняла бабулю. Я тоже могу ее поднять. Нельзя поднимать. Как ну, позвоночник. Да, нельзя, бабуля. Все, продолжаем жарить. Вот такая красота получается. Хочу сейчас попробовать, знаете, из чего? С чем сделать? С печенью. У меня печень здесь есть. Как это получится с печенью? Сначала с курочкой пожарю, а потом уже с печенью. Великий экспериментатор Светлана. Смотрите, как делаю. Берем курочку, яички. Еще надо добавить крахмал с мукой. Еще раз курочка, яички. И сухаря. Так обильненько. На сковородочку. Вот так вот. Решила попробовать, что получилось. Разрезала. Не хуже, чем в Макдональдсе. Наша красота готова. Шикель садился на часы, прикиньте. Это первый раз, бабуля, да? Приятного аппетита. Спасибо. Наша семья. А мне с Ками? А тебе? С Ками бенемьёк. А тебе, бабуля? А фиэт он сунджан им ляры. Бабуль. Кипси это что? Кипси это такой ресторан, как Макдональдс, а он пачка вот такая с вот такими вот мясом. Да вы мои сладкие такие, бабулины любимые. Мои любимые. А с кем любимым? А ну? А ну делает хур-хур, а ну, Мари, давай. Это нет, это печень. А ну-ка ты курочку возьми. А ну-ка давай. Хур-хур делает? А ну ноги опусти. А ну давай, делай, покажи, Ирмочка. Делает хрустит? Да. Хрустит или нет? Вот так. Да. Кюзеляшкин, сана бегендин мы? Да. Я бы так 300 тысяч поел.